Ребят, всем привет, и вы на канале Ord Art Club. Сегодня я решил записать вот этот вот предвыпускной видосик, потому что очень давно не было никаких видосов. Время, которое у нас потрачено было на путешествие, это несколько недель нашего лета. В итоге у нас, конечно, не идеально, там не по всем местам прям мы пробежались, проездили, но мы попали в те места, которые нам были очень необходимы, в котором был очень красиво. Сейчас будут всякие кадрики мелькать прикольные, которые вам могут тоже залететь. Проанализировав спрос на Ютубе на видеоконтент, я решил, что никому не интересно нравоучение. Будем откровенны. И когда в прошлом кто-то, а что далеко ходить, пародировал Войтенко или подобных фитнес-блогеров, проповедующих мотивацию и успех, все вот это прокрутить, все это запомнить и все. А тех людей, которые вот это начинают повсюду вот разливать, вот это свое обучение, учить подтягиваться, отжиматься, ну, я не знаю. Мне кажется, что не об этом мне стоило вообще начинать блог и записывать про это. Я считаю, что моя тема немножечко другая. А именно, я больше хочу показывать про свою жизнь. Мне интересно путешествия, мне интересно веселиться с друзьями. Это уже канал не о саморазвитии. Что-то поменялось за эти 7 месяцев. Да, кстати, парк техники полностью обновился. Смотрите, ничего я снимаю. Вот на такую вот штуку. Аноморфные блики и все дела. В ближайшее, значит, время мною было запланировано 4 где-то. Пятый выпуск уже, наверное, будет не про это. Не про наше путешествие, про которое я анонсировал видео, то бишь 7 месяцев назад, да? А почему я не выпускал никаких видосов, почему не было так долго? Все-таки мы летом путешествовали. А суть-то в том, что у меня было очень много заказов. Типа, я разрывался между творчеством и коммерцией. А еще работа. Потому что, как бы, кушать хочется. Я планирую почаще теперь здесь появляться. Просто говорить с вами. Ладно, хотелось бы закончить на чем. Я железный человек. Я железный человек. Будет мощная пасхалка к моему одному из моих любимых героев Марвела. Кстати, один из моих самых любимых героев это Человек-паук. Я не знаю, к чему я это все рассказывал, но проанализировав YouTube, я понял то, что в моих видосах вам нравится то, что я снимаю в родном крае, и спецэффекты. Никому не интересно, как я учу подтягиваться. И в итоге я решил, без нравоучений, буду тренироваться просто сам для себя. Да, так можно. А учиться просто... Учить кого-то вечно, наверное, не мое. Для этого есть тренера, и лучше всего обращаться к ним.
Я так считаю. Кто-то, может быть, по-другому считает, но каждый останется при своем мнении. Этот видос не для того, чтобы спорить. И спорить я ни с кем не собираюсь. Ладно, давайте. Скоро вы увидите, фух, первый из нескольких видосов. Если бы вы знали, насколько давно он должен был выйти. После стольких лет. Всегда. Теперь я не буду репостить видео во ВКонтакт. Потому что аудитория у меня ВКонтакте совсем другая, и им, в принципе, не особо-то это интересно. А те, кому надо, те, кто интересуется, посмотрят. Спасибо за то, что остаетесь со мной и не отписывались от канала. Хотя я бы сам уже отписался, потому что нахер это надо, типа канал, который мертвый, просто висит, и надо будет переоформление делать полное. И не хочу, типа, морочить вам голову с этими вудскиллами и так далее, что я там раньше придумывал. Да что говорить. Спасибо вам за то, что вообще здесь сидите. Ну все, давай, хорош.